Я хочу вас порадовать тем, что нашел очень отличное программное обеспечение, которое поможет решить нам отличные проблемы с тем, если мы забыли экран блокировки iPhone, то ли это будет цифренный пароль, цифренная буква, Touch ID, Face ID. Это все решаемо, может быть просто разбитый экран или еще какая-то история. А вот эта вот программа отлично нам поможет сбросить пароль, сбросить ошибки, накатить нужную нам прошивочку и активировать устройство. Все. Если хотите посмотреть видео до конца, обязательно досмотрите, и это вам действительно сейчас или, возможно, когда-то поможет. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Так, друзья, смотрите, я объясню, ситуация может быть разная совершенно. Это очень классная аналоговая программа замена iTunes. Вы действительно можете сделать вот такие манипуляции. Вы можете это сделать, конечно же, и в простом режиме, но это очень классная программа, которая действительно подберет именно прошивочку под ваше устройство. Нужно просто войти в режим восстановления, и вы себе накатите нужную прошивку для вашего устройства, обновите, активируете, и, в принципе, на этом процесс заканчивается. Но давайте выделим особенности программного обеспечения, посмотрим, что это, как это работает, и вообще, какой у него функционал. LS Use Mobile Unlock – это отличный разблокировщик пароля для iPhone, iPad, iPod Touch. Это удаление экранного пароля, как понимать, отключение от устройства, девайс, удаление 4 или 6 значных кода Touch ID или Face ID с iPhone, iPad или iPod Touch. Полная совместимость с последними iPhone 13 под управлением iOS 15. То есть зашли, можете здесь скачать, ознакомиться с подробной информацией, какие здесь процессы будут происходить. Тут обход всех типов, то есть пароль блокировки нам демонстрируют, то есть это будет Touch ID, Face ID. Ну и в принципе вся информация, которая вас будет интересовать. Первое, что нам нужно, подключить устройство iOS и перейти в режим восстановления. Следующее, убедиться, что устройство хорошо подключено к этому ПК, затем сделайте инструмент перехода в режим восстановления. Шаг второй. Нам нужно загрузить проверочную прошивку. Грузите и проверить прошивку. Программа определяет номер, вес и тип устройства. Вы можете проверить прошивку на этом ПК, загрузить новую прошивочку. Все. Третье. Разблокировать это устройство. Нажмите «Разблокировать» и введите проверочный код для начала. Просто подождите, и все будет сделано само собой. Все. Вот будет финальный результат. Давайте же мы с вами приступим и посмотрим, как это наглядно работает уже в процессе разблокировки. Так вот, это как раз тот самый момент, когда нам нужно ввести телефон в режим восстановления, подключить к ПК, и наше устройство будет определено. Нажимаем старт, проходит процесс инициализации устройства, версии прошивки и подходящая, конечно же, прошивочка, которая доступна для нашего устройства. После того, как мы загрузили нашу прошивку, нам нужно ее сохранить, выбрать путь, где она будет храниться, чтобы в дальнейшем мы ее выбрали надежно, открыли ее, и опять же повторяюсь, нам нужно будет ее верифицировать, накатить устройство. Вот нас предупреждают, какие процессы у нас пройдут. Можете нажать на паузу, в принципе, перевести и ввести тот код, который нам дается с картинки. Вот вводим данный код, и после этого уже пройдет процесс у нас перепрошивки устройства, сброс пароля, и в принципе устройство у нас будет чистеньким. Вот, в принципе, и все, с чем нас поздравляют и показывают то, что наше устройство перепрошито, можно его использовать, активировать. И весь процесс, в принципе, закончен. Итак, друзья, после этих всех процедур мы можем спокойно активировать устройство, провести нашу регистрацию, ввести данные или же создать потом. Все, у нас больше нету пароля блокировки. И видите, программка доступная, простая. Все ссылки будут закреплены в нужных местах, как всегда, в описании под видео, в закрепленном комментарии. Не забывайте подписываться на канал и оставлять ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Дальше больше. Скоро увидимся.